это будет шедеврально. Да, я перезвоню. Индиго, с возвращением. Я надеюсь, тебе не нужно много времени для отдыха, ведь уже через неделю будет Комик-кон, на котором состоится турнир «Триумф», в котором, естественно, ты заявлен. Да. Кстати, Эдриан Шторм, которого я привозил на абсолютное безумие, уже стал чемпионом в тяжелом весе. Пора и тебе уже брать титулы. Да. В общем, насчет турнира «Триумф». Я подобрал тебе напарников. Ребята, заходите. Господа, я вписал вас в турнир «Триумф» в качестве напарников для Индиго. Индиго, познакомься, твои напарники – бывшие дружинники. Вписал? Что значит «вписал»? Мы четко дали понять то, что мы не хотим, чтобы за нас кто-то что-то решал. Мы четко дали понять то, что мы самостоятельные. И мы четко дали понять то, что мы не собираемся работать за бесплатно. И второе, что значит бывшие дружинники? А, да, прости, Подожди. Я Вегас, он Рина. Мы профессиональные секьюрити. Держи. Если у тебя какие-то вопросы возникают к нам, обращайся. О цене мы договоримся. Подождите. Я, разумеется, вам заплачу, но мне нужны гарантии. Ты всегда получишь свои гарантии. Мне нужны гарантии того, что Индиго выиграет турнир «Триумф». И вы ему в этом поможете. Договорились? Ну, договорились. Ну что ж, Индиго, Вегас, Рино. С такой командой успех на турнире «Триумф» мне обеспечен. Ведь на предложение Евгения Медведева всегда есть спрос.